закончил университет и вернулся в деревню.
16 сентября 2016 года. Это кладбищенские наши. Вот прямо смотреть, это кладбище. Здесь деды и прадеды наши были потеряевские. А это Барабаш Терентий. 23 года неженатый. Закончил университет технический. Техник-строитель, или как это называется. Вот он теперь вернулся в деревню, потому что там что-то основал, обманывает. И он решил по правде тут пожить. Господь благословляет его. Там отец приехал на машине, мы еще приобрели машину 92 года, кажется, выпуска. Представьте, какая техника. Два комбайна, один там застрял, сломался, этот еще пока работал. Вот решил с ним проехать. Такая пыль, как трудно работать, да когда техника-то плохая, да еще обманывают. Да и горючее дорогое. Все вместе собрать, так и интересно, как еще люди за это дело берутся. Такая зависимость от природы. Только что молятся, молитва. Вот я тут был, приехал, бросил свой велосипед и поехал. Игорь меня на машине захватил. Вот он едет. Помоги им, Господи, благослови. Да нашелся бы человек такой. Гофабдил бы его купить комбайн Полесье белорусский, новый. Хоть бы порадовались на поле. Есть же люди, которые и добрые, и имеют деньги. Эти ничего не имеют. Последнее, говорится, что есть, молоко продает, на этом и держится. Игорь перевозит зерно сюда, на свой склад. Вот он какой склад. 508 квадратных метров. Так, кажется, я мерил его. Трактор купил нынче вот эту машину старую, больше 20 лет ей. Это отгорожено у него горох. Вот это вот отгорожено. Но это рожь, кажется. Ячмень. Там что-то у него отдельно, еще одна отгородка. Все стесненное. Как он дальше будет? Помоги, Господи. 270 гектаров у него. Была бы техника-то. Работать умеет. А вот уже недолговый. 7500. Это соседнее село. Это Игорь в гаражи. Здесь. У нас сегодня моление вечером. Завтра престольный праздник. Сегодня у нас 15-е. Вот я вышел отсюда. Пшеницы. Школьные дрова. Благословен Господь.